Следующий пункт нашей программы отдыха в Одессе – встреча с Сашей. И сейчас она состоится. И вот она моя подружка. Аня, привет! Боже, тетенька! Я, походу, всыхаю. Да, встретились. Ты, наверное, все скупила, все, что можно, и только вышла. Я купила, а там по 5 гривен арбузы. Чучундра. Тогда арбуз не надо покупать, или ты хочешь арбуз? Давай купим. Вот, выбирают люди, выбирают. Кто-кто, арбуз? Ну, сейчас выберем. А что, виноград вот такой, да, дорогой, по 81 рублей? Кошмар. Ну, такие цены на 7-й станции Фонтанской дороги. Мне уже не хочется кукурузу выбирать. Ну, невкусно. Я чистил попросить, она не понимает, я мне не... А. Ну, не Руся понимает, я не понимаю. Я... Ага. Одесские кошечки. Их тут любят, подкармливают. Тоже корм положили. Нет, вон у тебя еда, иди кушай. Мася, иди кушай. Коробка стоит. Вон еще одна сидит. Что ты, иди. Тут еда есть тебе, иди. Выходи. Да. Коробочку поставили, чтоб спали. Еду положили. Любят одесских котят? Ну, давай, давай. И вот у Саши встреча. И гриль колбаски. Вот такая вкуснятина. Сейчас будем встречу. Арбузик купили. О. Ну, сейчас заберу. Легкий путь, я же забыла. Что ваше ж поколение по-другому. Ты слишком сильно горячий. О, как креветки. Ага. Все. Вот такое получилось. Ням-ням-ням. Аня, ну... И вот такое. Да. Что значит свой двор, мангал? Захотел. Да, будешь бегать, да. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой, извините. А? Ну да, много топтала, скажу лучше. Джику мы делали там. Шо-шо? Джику мы делали там. Там мама? Угу. Ну это даже как не аджика, ну или как, или аджика как и с хреном, да? С хреном? Да? Ну, не понял. Мы тут все сразу попробуем у тебя. Пожалуйста. Было полное, это я и Руся за одну дня съел. А у нас Дима сварил это, кетчуп. Приехали, смотрю, стоит, я думаю, говорю, о, голод не тетка. Хлеб можем еще кусочку положить, если хочешь. Пока не за это. Это ж свежая такая, да? Не вареная. Ага. Дима делал такую. Помнишь, Ань? Угу.
Вкусно. Заказали ж мы этого карася у Липованова, фирменное блюдо. Карась. За вон стол? 160 гривен. Ну, он большой. Ну, такой. А он его типа сам жарит. Жарит, да. Уже повара. Ну, не он, потому что я думаю, что он уехал. Ну, да. Ну, вон он тут по каким-то воскресеньям жарит. Мы с тобой только проговорили, захожу, девки обсуждают в ресторане. Ага. Говорю, что обсуждаем? Ой, были в Липовано. Я, у него на позвони, спроси у него. Угу. То я позвонила, то что я говорю, ты решай, мы уже там. Ну, все, ладно. Ага. Я тоже телефон нашла, все, Юля. Зачем мы, если поедем на велосипедах, мы туда доедем? Туда ехали час, оттуда 15 минут. Пока ж нашли. У него во дворах она там. Ну что, купил вот это, знаешь, машину такую, фургон. Аня, возьми чашку, пожалуйста. И на окне там вода, коль ты уже пошла туда. Фургон купил, как кухня, на колесах. Mm-hmm. То есть его можно заказывать, или какое-то мероприятие, его можно заказывать, приедет. Угу. Mm-hmm. На окне бутылка воды. А, белая, тогда на тумбочке в комнате, синяя. Ну, угу. Тебе и ужин. Да, палец не надо. Я так и этот. Что делать? Что на ужин? Став кашу сейчас. Пошел приносит уже коктейли, колбаски. Давай, пожар. Спасибо. Thank you.